Ярослав Соковнин. Ярослав Соковнин – социальный инженер, предприниматель, визионер, филантроп. 37 лет – собственник бизнеса с совокупным оборотом более 500 миллионов рублей. Женат. 17 лет предпринимательского опыта. Профессиональный спикер. 12 лет менторства и более 150 успешных выступлений по личностному росту, развитию бизнеса и построению сообществ. Более 10 тысяч часов личной практики создания и управления сообществами. Обучил десятки человек построению сообществ, консультирует лидеров объединений, бизнес-клубы, инвестиционные фонды, топ-менеджмент корпораций и многих других. В 30 лет стал миллионером и вошел в список топ-33 СПБ самых успешных молодых предпринимателей Санкт-Петербурга. Основатель делового клуба «Эталон», Академии лидеров сообществ, сооснователь школы «Образ будущего». Владелец компании «Зен-класс» резидента Сколково. Компания вошла в топ-100 инновационных проектов по версии Холон IQ, а также входит в топ-80 российских эдтех-компаний по версии РБК. Автор и преподаватель курса «Комьюнити менеджмент», созданного для ТГУ «Томский государственный университет». Эксперт федеральных медиа в темах бизнеса, экономики и развития сообществ. Ярослав Соковнин.